Здравствуйте, Давид. Нашего сыночка зовут Тенгиз. Он родился в срок. Ему сейчас 5 лет 4 месяца. До года развивался нормально. В 9 месяцев говорил «ата», «ку-ку». После года у нас пошел регресс. Он перестал смотреть в глаза, взгляд отводил, перестал искать маму, папу, не мог находиться в гостях, постоянно плакал. Стал агрессивным, перестал разговаривать вообще, просто молчал постоянно. Туда-сюда бегал, допустим, если одну точку найдет, он туда-сюда бегает. При этом вот так рот открывает и как птичка летает. Допустим, еще у него любимое занятие до сих пор, вот уже идет, он постоянно двери открывает, закрывает, может так часами играть. Или, допустим, бегать. А, свет, да, включает, выключает. В магазинах, в больнице нигде находиться не может. В очереди стоять не может. Постоянно капризничает, тянет. Также не может, допустим, отличить, это близкие люди. Или любому чужому человеку может дать руку и даже уйти с ним. Не знает опасности, что такое машины, там яма. Страха нет. На данный момент речь вообще отсутствует, ничего не говорит. В динамике чуть лучше стал, но прям таких сильных изменений нет. Он у нас писится, может обкакаться, на горшок не просится, если вовремя сама не подержу. И частые у нас запоры. Еду ест выборочно, в основном это котлеты, пюре, каша, там, допустим, вода, кефир, ну и хлеб, булочки, все. Мы, Давид, о вас узнали в интернете, прочитали отзывы и просим вас помочь нам. Спасибо за внимание.